Привет всем! Ну что, приступим. Сегодня ветер, конечно, но черешню обрывать надо. Смотрите уже какая. Ветер сегодня. Возможно, даже дождик соберется. Сейчас полезу на дерево. Или все вместе. Да, одной рукой, конечно, мне неудобно. И это будет очень долго. Давайте я быстренько нарву, потом вам покажу. Сейчас быстренько. Черешенька, смотрите, какая крупная. Крупная. Вот сейчас я быстренько нарву. Потом включу, вы посмотрите. Ну вот, смотрите. Собрала урожай. Вот такая черешня. Не вся, конечно, еще. Еще собирать и собирать. Вот еще в ведерке, смотрите. Она такая крупненькая, красивая. Смотрите, как бусы. Разложила ее вот так, чтобы она немножко просохла. Дождь несколько раз начинался. То дождь, то солнце, ветер сумасшедший. Ну, в общем, вот так целый день. Оцените мою работу. Вот что из этого вышло. Ну, еще, конечно, буду собирать. Но очень мне нравятся. Такие красивые. Крупные, красивые. Вообще замечательные, смотрите. Отлично. Вышло солнышко. Вот смотрите, на солнышке какая красавица. Прям любуюсь, красавица. Смотрите, девчонки. Дождь прошел. Смотрите, какая радуга. Девочки, вот зашла еще показать вам такую хосту. Вот смотрите, какие листья. Красивые. Вот уже цвести будет, смотрите. Вот какая красавица. Вот. Очень красиво. Прохладненько. Буду собираться домой, девочки. Пока доберусь. Я вам желаю всего вам самого хорошего, самого доброго. Заходите ко мне, поддержите, подписывайтесь. Буду вам рассказывать о своих цветочках. Будем любоваться вместе.
Всего вам хорошего. До свидания.